Результат налицо. Ворота упали. Сегодня 15 апреля. До сих пор никаких мер фирма, которую установил, не принимает. Они должны были быть надежной защитой, а стали головной болью. В прошлом году, чтобы обезопасить свой дом, Хамиль Ахмедгалиев решил сменить ворота. Фирму, которая занимается их установкой, нашел наугад в интернете. 11 сентября я заключил договор на установку роли ворот. Приехал представитель фирмы, фирма по документам ИП Вересов, а в Оренбурге представляется как Интегра Оренбург. Эти документы теперь единственное доказательство неудачной покупки, которая ему обошлась в 27,5 тысяч рублей. После монтажа ворот, брак некоторых деталей Хамиль заметил сразу, но поддался на уговоры рабочих, мол, все исправим и заменим, на том и прогорел. Исправлять ошибки, по словам мужчины, фирмы не торопятся. А вот неисправности в самой конструкции проявились, и весьма заметно. В итоге 28 декабря был ветер, и ворота у меня упали. Я начал звонить в представительство. В конце января все-таки они приехали, поменяли вот эти 8 ламелей, установили все на место. И до очередного случая. 7 марта опять был ветер, и опять ворота у меня упали полностью. Вот тогда-то у Хамиля и закралось сомнение, те ли ворота ему поставили. Обзвонил другие фирмы, выяснил, что такая конструкция, как у него, предназначается исключительно для других целей. Об этом менеджеры при покупке явно промолчали. Но почему от такой недосказанности Хамиль должен платить еще раз? Эти вопросы мы адресовали представителям фирмы. Ну, я надеюсь, что либо на это, то есть максимум на следующей неделе. Вопрос будет закрыт, то есть полностью мы найдем как-то золотую середину. То есть либо мы поменяем ворота, либо как бы вернем сумму заказчику. А пока его ворота всегда открыты, причем в прямом смысле. Тем же, из-за кого он терпит такие неудобства, обещает. В любом случае пойдет до конца и своего добьется. Ольга Патрушева, Виктор Горшенев. Наше время.